такой? Ой, утриша! Утриса! Подожди-ка! Так, стоямба. Мама тут вообще виртуоз, у нее две чашки в руках. Хурма, арбуз, виноград. Молодежь не спит ни днем, ни ночью, ждут еду. Утришенька. Девки здоровые, я не могу с них. Какие вы уже большие, а? Вкусненько, да? Смотри, что еще принесла. Еще целую чашку орехов. Орехов, да. Да. Миша, Мишань! По жопе тебе налупить за это. Ну на уже, вот так вот тогда. Хрюндель. Хрюндишпундель. Утришка. Ой, давай почешу тебе, моя маленькая. Ой-ой-ой, как холосо, да? Ой, хурмушку целую, говорит, унесу. А она, блин, расквашивается в руках. Никак не донести ее, да? Да что, съели половину гречки в ковер, в этот палас вдавили. Иди, Мишанька, сюда. На, Мишань. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все, поздний ужин. Мама Лена только доготовила для себя ужин. Иди, моя солнышко, вот сюда. Я тебе открою, ладно? У нас сегодня тоже вкусняшки на ужин. У нас голубцы. Только ленивые, правда. Вот. Пюреха. Вкусный йогурт. Хреновину сделали. Пюрешку сделали. Из домашней куры фарш еще сделала. Скелет обрезала на супчик завтра. Ай, Мишке прилипла этикетка. Вот. Завтра суп еще сделаем. Боня, Вангуля. Я хоть этикетки поблизу. С йогурта. Блин, купила себе йогурт этот. Чудо двойной. В смысле это. Двуслойный. Так, походу, енотом он и уйдет. Товарищ Михаил, вы не оборзели? Нет. Да я не тебе. Дайте я вам поставлю вот так вот, поставлю мое солнышко. Мое солнышко, как он в колесе сегодня бегал. Так. Вангуля, Боня, идите сюда, девочки. Сейчас эта молодежь все сожрет. Все сожрет. Ты моя сладкая, вот бы ты и потом бы осталась такой же обзоркой маленькой. Дай, да это же здорово почесаться. Утриша. Вкусно как. Ой. Так, лапами. О, Бонечка. Иди, моя кошечка. Иди сюда. Все, мама пошла. Выходите все. Ужинайте. О, блин.